Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Болкин, добро пожаловать на мой канал, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Hello Neighbor Hide and Seek, что в переводе означает «Привет, сосед, прятки», и мы остановились с вами на том, что я наконец-таки пробрался на четвертый этап. И, кстати говоря, это, судя по всему, не последний этап, потому что нас еще ждет пятый, и пока мы даже не знаем, что там будет находиться, а четвертый этап, судя по всему, будет довольно-таки жутковатый, потому что локация намекает нам на то, что здесь, похоже, что-то связанное с кладбищем. В общем, ребят, я хотел бы извиниться за то, что вчера я, так скажем, немножечко пропал. Дело в том, что я теперь немножечко тиктокер. Да, Санек, да. Дожил. Более подробная информация уже доступна в моем инстаграме. Я пока что там вникаю, разбираюсь. И как только я там, ну, я просто хочу добиться, чтобы выбить ник попроще. Сейчас у меня ник Булкин, нижнее подчеркивание, лайф. Вот, и как только я, собственно, выбью, надеюсь, себе, ну, нормальный, покороче никнейм, я сразу же об этом вам сообщу в отдельном видео на ютубе. И, в общем-то, ну, я уже начинаю потихонечку его вести. В общем, да, вчера я пропал, поэтому извиняюсь, вчера не было серии. А сегодня мы продолжаем снова, значит, вхожу в режим и продолжаю проходить наши с вами любимые игрушки, в том числе, конечно же, «Привет, соседа». Итак, значит, мы попали сюда и вообще ни хрена, если честно, пока что непонятно. Значит, локация — кладбище. В общем, все, надо подключать мне сейчас голову, потому что я надеюсь, что мне дастся это легко. Тем более, тут попутно начал проходить игру под названием Superliminal, там тоже надо всякие загадочки разгадывать. Давайте изучать. Значит, у нас есть число 13, которое точно написано не просто так. Опять же, значок, чтобы я был более внимательным. И, судя по всему, штука, которая меня, наверное, туда на территорию кладбища и запульнет. Но давайте сначала перед этим вообще изучим, что к чему. Потому что я даже не знаю, что искать, куда это... Так, я понял. Так, ну они, я так понимаю, что мне никакой опасности не представляют. Так, а там у нас есть... Это мозги? Ага. Так, значит, судя по всему, мы должны собирать мозги. Я не знаю, какое количество мозгов нужно найти, как бы это странно не звучало. И пока что даже не вижу, куда это все нужно дело... принести. Еще как бы хотелось бы понять... А, во, все, вижу часы. Туда куда-то нам нужно все это складывать. Да, вот так вот я, похоже, и не перейду туда. То есть нужно с помощью вот этого вот, так скажем, маленького гейзера залететь на территорию кладбища. И, соответственно, уже загадка, опять же, у нас первая, которую мы видим, это вот эти чуваки, которые мешают мне просто пройти. Я не могу туда никак попасть. Видимо, что-то нужно будет сделать, чтобы они отошли отсюда. И я смог, опять же, забрать три, как минимум уже три... Мозга, блядь. Игра меня, конечно, удивляет с каждым разом. Так, ну что, пробуем? А, отлично, прикольно. Попробовал. А, так, стоп. Не понял. Так, это что такое? Ага, мешок. Все, в мешок мы можем прятаться, соответственно, от брата. Я, кстати, не знаю даже, как он выглядит, как он на меня будет охотиться. Слушайте, а тут открыто получается. Действительно, это огромное кладбище, выглядит жутковато. Но, честно, ситуация пока до конца непонятна, потому что в последней катсцене, которую мы видели, отец вернулся один, мать, судя по всему, погибла, и наверняка сейчас, как бы, в этом, пройдя этот уровень, мы поймем, почему, как и что. Но, опять же, я увидел в комментариях подсказку, что, оказывается, когда я проходил Hello Neighbor, ну, оригинальную, так скажем, первую игру, не Hide and Seek, а просто Hello Neighbor, там в какой-то из катсцен было сказано, что... сосед вместе со своей женой попал в ДТП, и там как раз-таки жена, то бишь мать девочки, за которую мы играем, и братика, погибла. Вот, как бы, и поэтому сосед, естественно, опечален, дети опечалены, и вот сейчас мы находимся на кладбище, возможно, что-то дальше и узнаем. Локация большая, значит, как минимум три у нас там, значит, нужно искать, понимать, что-то как. Так, колокол звенит, вот у нас, опять же, корзина, куда все нужно... относить. Я, честно говоря, не вижу. Так, смотрите, вот это. Вот это, кстати, ну-ка, подождите. Свечку нет, взять. Свечку взять не могу. Вот это как будто свежая могила. Бля, жутко, если честно. Вообще игра, судя по всему, очень даже грустненькая. Она как бы нам в прошлой серии намекнула, что грусти будет много. А это все только начинается. Так, там забор. Давайте искать какие-то, я даже не знаю, что искать-то? Ну, судя по всему, мозги нужно искать. Они могут быть спрятаны, естественно, где угодно. Мы это уже знаем. Что в этой игре... Опа, смотрите, я нашел какие-то числа. 33. Там было 13 же написано, да? 33. Здесь у нас труба, которая пока не активирована. А здесь у нас 13. Смотрите-ка, краник. Ага, я что-то запустил.
Что-то запустил. Так, а у нас вообще нет ни одного... Смотрите, там дом есть какой-то. А где брат-то вообще? Я, честно говоря, его не вижу. Он почему-то... Где-то он ходит, что... Почему мне его не видно? Вообще, как он выглядит? Может быть, он будет в роли тоже какого-то... Я не знаю даже, в роли кого, если честно. Но пока я его не вижу. Нет, это хорошо. А, вот, смотрите, домик какой-то есть. Давайте зайдем. Где вот он? А, вот, нихрена себе, он реально... Он с пушкой, прикиньте, он же в сцене в этой... В катсцене был с пушкой. Ой, зря, по-моему, я сюда... Так, лед. Опа. Смотрите. Ага, снизу там еще какие-то вещи. То есть, скорее всего, нам нужно будет что-то сделать, чтобы этот лед разбился. Видите, там внизу что-то есть. И, скорее всего, там, опять же, можно найти мозги в том числе. Но что тут можно вообще сделать, кстати, чтобы лед разбить? Возможно, найти какой-то предмет, который это все дело сделает. Смотрите, там лом, кстати. Там лежит лом. Ладно, загадок много, короче, будет на этой локации, друзья. Надеюсь, у меня сегодня получится хоть что-то. Так, отсюда выбраться только таким образом. Да ё-моё, а. А он туда за мной побежит, интересно? Мешок. Блин, я честно, понимаете, я узнал об этом недавно, что, оказывается, перед ним, прямо на его глазах, можно спрятаться в какой... Ну, там вот, опять же, в разных эпизодах разные вещи. То есть там во втором был... в первом это были кусты... Да, по-моему, во втором это был почтовый этот ящик, в третьем это были костюмы пожарного, здесь это мешки. Ну, то есть тематические какие-то вещи. Так, все, я убегаю. Подождите, мне интересно, что в этом доме. Блин, он сейчас меня спалит, я не могу зайти, он меня уже спалил. Ладно, давайте обратно тогда побежим, я не знаю, может ли он сюда пробежать, наверное, да. Почему нет? Так, если активировал 13, смотрите-ка, может быть здесь, тут уже 13 написано, да. Красный огонек. Не, сюда, по-моему, он не бежит. Че, теперь типа сильнее? А-а-а, все, понял. Хрена себе. Ого, ого, подожди, подожди. Ё-моё, куда я... Подождите, подождите. Тут я могу таким образом перелететь через забор. Смотрите, вот там вот, за этим забором еще как бы одна ну, мини-локация. И, кстати, я не знаю, брат туда сможет попасть или нет, или он только здесь. Меня интересует домик. Я понимаю, что я могу попасть туда, но я как бы этого не хочу пока что. Вдруг в домике что-то важное. Где брат? Блин, его вообще не видно, на самом деле. Здесь очень много могил. Все очень сливается. Ладно, я... Где вот он? Вот он, блин, он там же опять ходит. Что это такое, блин? Его можно реально не увидеть. Смотрите, он как этот. Ой, бля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Не-не-не. Я так давно к нему не попадался, что, честно говоря, я не хотел бы, чтобы это происходило. Я спрятался. Не знаю, в чем проблема для него сейчас открыть этот мешок, просто вытащить меня оттуда. Но он это не делает, и хорошо. Давайте немножко переждем. Я хочу изучить, что в этом домике. Это единственное помещение, которое можно зайти. Возможно, там есть какой-то объект, который в дальнейшем нам понадобится. Или вообще, ну как бы, что смысл туда лететь, еще не знаю ничего, что вообще находится на этой локации. Значит, здесь есть как минимум вода. Ну, точнее, лед. Подо льдом есть лом. Возможно, еще и мозг. А больше, ну как бы, возможно, опять же, есть какие-то секреты. Может, вскопать могилу можно какую-то. Это тоже пока что неизвестно. Блять. Так, зашел. Все, тихо-тихо-тихо. Внимательно смотрим, что у нас тут. Лестница наверх. Это, типа, наверное, его дом, кстати. Ну, типа, где он живет. Наш брат с пушечкой. Да, опа, смотри-ка. Я еще сильнее сделал напор. И книга какая-то. Вот может ли книга как-то здесь... Ну, учитывая, что ее можно взять... Ну-ка, ну я не знаю. Слушайте, а может это какое-то заклинание для зомби? У меня первое, что в голову пришло. Помните, которые там стоит? Ну, которые там стоят, охраняют мозги. Давайте попробуем вернуться. То есть теперь я сделаю еще мощнее напоры. И, кстати, это может означать, что я могу найти еще краники, которые увеличат. Ай-яй-яй, он побежал, я его опять не увидел. Но где-то он, блядь, бегает за мной. Он сюда точно может, да, пройти или нет? Я все-таки хочу в этом убедиться. Вдруг это каким-то заклинанием можно... Нет, по-моему, он сюда не бежит. По-моему, он сюда не бежит. Смотрите, напор реально стал еще сильнее. Куда сильнее, если я и так могу перепрыгнуть как бы через забор. Просто первое, что я попробую, потому что как-то нужно взаимодействовать. Так, именем духа всего плохого или всего хорошего, я не знаю, пожалуйста, зомби, отойди. Нет, это так не работает. Но это было бы слишком, на самом деле, наверное, просто. Просто реально, это первое, что мне пришло в голову. Ведь что-то нужно сделать, чтобы на них подействовать. А что, пока непонятно. Ну, не знаю, книга нужна или нет, пока возьмем ее с собой. Итак, теперь, изучив тот домик, можем, наверное... Ого, ни хрена себе. Ого-го-го. Ой-ой-ой-ой. Так, какой-то, смотрите, тут тоже, блин, я из-за этой книги ни хрена не вижу, если честно. Но, к сожалению, почему-то нельзя на пустой слот. Это, кстати, минус такой игры, можно сказать. На пустой слот... Опа. Опа. Один... 25. Так, здесь у нас кран.
Хорошо. Здесь у нас, смотрите, какое-то давление накапливается, да? Опа, горячее. А, это, наверное, горячую воду какую-то можно пустить, чтобы растопить лед. Не знаю, но я на всякий случай пока повернул. Так, здесь Ага, здесь надо найти вентиль, чтобы активировать единичку. Ага, скорее всего, вентилем как раз-таки можно запустить воду горячую, может растопить лед, хрен знает. Но здесь все возможное я сделал пока что, вроде бы. Так, смотрим внимательно, что у нас тут. Здесь действительно какой-то свой мир за забором. Я не знаю, сможет ли сюда брат пройти. А, там еще дальше, смотри-ка. Смотри-ка, тут еще... А локация-то огромная. Туда еще можно залететь. Ага. Слушайте, я прям потерялся немножечко, если честно. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас. Магазин, да, какой-то есть. Блин, книга мешает. Я не знаю, нужна она или не нужна, но выкидывать не хочется, если честно, пока что. Мне почему-то кажется, что такой моментик. Так. Бинокль, хорошо, вот он, ну хотя он тоже половину экрана закрывает. Опа, смотрите, мозги в холодильнике, но нужен лом. Это старый добрый ломик, который нам помогал в оригинальной части Hello Neighbor вот эти клепочки вытаскивать и проходить. Отлично, значит мы уже знаем, если когда мы возьмем лом, здесь есть магазин. Кстати, а вот эти чувачки, скорее всего, будут мне мешать, смотрите, у них мясо. А, мясо, возможно, нужно как раз-таки для зомби тех, которые стоят там. Чтобы они отошли. Короче, это интересная локация, в которую нам пока никак не попасть. Никаким образом сюда не залететь. Давайте... О, смотрите, температура, реально. И еще тут какие-то катапульты есть. Ага. Смотрите, судя по всему, отсюда я смогу залететь туда. Типа луна висит. Короче, здесь очень много всяких прыжков ожидается. Судя по всему, нужно сделать, чтобы температура была... Прямо, короче, ладно, разберемся. Давайте сюда попробуем пройтись. Как-то тут безопасно, потому что брат сюда не может, судя по всему, идти. Стулья. Так, смотрите, еще какой-то огромный дом. И тут... О, опять единичка. Единичка. Не работает. А не работает, потому что нет... Я вентилем не... То есть я не нашел этот вентиль, чтобы провернуть, да? И как раз, и когда я его найду, заработает. Так, ладно, давайте посмотрим тогда вот так вот. А, здесь вход закрыт. Вон, видите, окошко. Опа. Подсказку мне решили. Игра решила, что я слишком глупенький. Так, так, так. Указывает мне налево. Это где-то сейчас появится. Блин, ну прикольно, что они хотя бы такие делают подсказки. Хотя на практике, я скажу честно, мне это не так, чтобы уж помогало. И судя по всему, смотрите, подсказка появилась-то, блин, хрен знает где, на той локации. Значит, я, может быть, рано сюда пошел вообще. Короче, здесь заработает, когда вот этот вот гейзер, я смогу попасть через окно. Это я увидел. Угу. Здесь куча вещей. Взять ничего не могу. Все, ладно, хорошо. Значит, больше мне здесь делать нечего, неужели? Блин, я ни одного... Ни одних мозгов не нашел, понимаете? Это, конечно, печально. Но вроде что-то пока как-то изучается. Так, ладно, значит, а как я могу вернуться обратно? Ведь я залетел через забор, а прохода-то там нет, судя по всему. Вот, смотрите, подсказка какая. Мне дали подсказку, где-то там стрелочка, что там? Могила. Мне показывают на могилу, которая, смотрите, со свечками. Что-то там... Нет, я здесь не могу пройти, реально. Так, подождите, где-то я должен перепрыгнуть теперь обратно. Хороший вопрос, как я это сделаю. Еще вот так вот, что ли? Похоже, что да. И что, каждый раз это делать, что ли? Через эти вещи обратно... Не, мне кажется, что я что-то да, делаю неправильно. Но это не точно. Сейчас, подождите, подождите. Ну-ка, сюда. Херней, да, какой-то занимаюсь, по-моему? Так, подождите, я реально не понимаю, как мне обратно-то попасть? Забор, там забор, еще за забором что-то. Так, Санек, давай включай мозги. Включай мозги нужны. Нужны мозги в прямом смысле этого слова, потому что нужно и найти мозги. Я реально не вижу никакой дырки, чтобы попасть туда-обратно. Я, конечно, могу нажать этот... Я застрял, меня телепортируют начало, но... Мне интересно, неужели каждый раз я так должен делать после того, как попадаю сюда? Просто никакого гейзера здесь нет, а по трубам по этим зайти я вроде забраться-то и не могу никак. То есть я вижу, что там есть телепорты, катапульты. Так, ну-ка, подождите, я просто попробую. Как говорится, попытка не пытка, но, по-моему... Ну-ка, подожди-ка, ну-ка, подожди, подожди. Подожди, подожди. Так, а где у нас здесь? А я туда и не заберусь никак. Эти трубы мне бесполезны совершенно. И я туда никак не заберусь. Сейчас бы по трубам бегать просто так. Подождите, ну-ка, стоп, сейчас еще раз вот здесь посмотрю.
По-моему, я херней занимаюсь какой-то. Ну, лучше изучить все, серьезно. В этой игре лучше изучить сначала все и потом быть спокойным, что ты хотя бы посмотрел, проверил, что к чему. Опа, забрался, кстати. Забрался. Забрался, пробрался по трубам. Ну-ка, 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 смотри-ка, реально. Опаньки. А я могу отсюда залететь, походу, туда. Неплохо. Че, попробуем? А больше... Ну, еще вон там вот есть, да, труба, которая мне... Подожди, мне интересно. Ну-ка, поехали. Ух ты, бля. А ну куда именно-то мне нужно? Ой, бля! Там что-то было! Там что-то было, но я вылетел. Ладно, короче, мы это запомним. Там есть полка, и на полке какие-то... Какие-то у нас есть... Интересные штукенцы. Какие-то трубы или еще что-то. Смотрите, вот она тоже свежая какая-то могила. На которую... Может, книга? Опа. Что-то произошло, реально? Нет? Это так не работает? Смотрите, 4 свечки. Что мне игра намекает? Здесь могила. Ну, это как бы печально, я понимаю. И что, я должен встать с книгой? Да нет. Нет, 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 это какая-то ерунда. Это какая-то ерунда. Здесь книгу тоже же я не поставлю, просто так не положу. Она куда-то исчезла. А, вот она. Ха, прикиньте, я не могу допереть, что нужно сделать. Реально не допираю. О, я воду растопил! Я растопил воду! Блин, ребят, мне кажется... Ладно, давайте я оставлю книгу здесь, реально, потому что что-то у меня ощущение, что как-то это связано под... Так, все понял, нахуй. Я купаться, блядь. Я купаться. Так, отлично, где-то тут был лом, я это увидел. Че, неужели... А мозгов нет здесь? Мозги! Ау! Нет, мозгов нет. Ну ладно, хотя бы я до этого допер, растопил лед, так сказать. Теперь мы можем... клепки? Мы теперь можем отсоединить клепки. Полететь туда-обратно. Погнали, так и сделаем. То есть пока есть какие-то варианты по решению, мы будем их использовать. Пока остальное, честно говоря, до конца не понял. Особенно с могилой меня прям реально интересует, что же там нужно сделать такое. Мне, скорее всего, не хватает какого-то... Ну, лом-то понятно. Лом 100% нужен для этих клепок. Сейчас мы обратно туда отправляемся. Так, полетели. Так, все-все-все, вот сюда вот. Тормози, 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 тормози. А, смотри, я еще могу туда прилететь, кстати. Ой-ой-ой, а я здесь не был. Подожди-ка, это я где? На елке оказался. А что тут у нас? А тут же тоже неспроста все. В этой игре все неспроста. Вот здесь я еще не бывал. То есть получается сколько? Раз, два, четыре территории, что ли, отдельных? Так, скамейка. Елка. Один фонарный столб. Так, сугроб. В сугробе ничего нет. Да ну, я не верю, что это просто так. Я реально не верю. Елки, которые покосились, батарея, возможно, хорошо, как вариант, что-то на батарее. Но больше здесь ничего нет. Что? Серьезно? Да не может такого быть. Еще и обратно, смотрите, ну скамейки, да чего могут быть здесь скамейки? Здесь больше вообще ничего нет. Вот это вот меня, конечно, напрягает, сугроб тут такой прям вот явный. Может быть, что-то здесь нужно раскопать, но мне этим нечем это сделать. Да уж, игра снова преподносит мне сюрпризы. Смотрите, обратно получается что, по столбику, да, я могу? Давайте по столбику пройдемся. Короче, непонятненько, непонятненько реально. Ну-ка сверху давайте осмотримся. Ха, смотрите, просто помещение такое, а для чего оно? Опа, а нет, я думал, это какой-то переключатель. Так, ну что, бежим в магазин. Сейчас будет интересно, потому что, скорее всего, зомби как-то будут мне мешать, а мне нужно как раз-таки, возможно, мясо у них забрать, чтобы покормить тех зомби, я хрен знает, может быть, это работает таким образом. Ну что, это изи, это мы решили, этот вопросик. Этот вопросик мы решили. Будут ли они охотиться на меня? Я думаю, что да. Чем, сразу еще эти клепки можем снять, да? Это, конечно, ни к чему, но можем, так сказать, немножко побаловаться. Ну давай, давай, давай. Отлично. Я, по-моему, зря это сделал. Блять. Сука, нахуй я это сделал, бля. Зачем? А, ладно, все, ничего страшного. Хорошо, что это для таких, как я, продумано. Так. Ребят, я, конечно, не подстрекатель, но первый мозг я взял. Ага. Будут ли на меня здесь охотиться? Зная эти магазины. Здесь, скорее всего, еще есть мозг. В холодильнике, наверное, да? Это было бы просто... Ага, реально, смотри-ка, там реально мозг. Ха! Отлично. От... Ну, возьми, или как? Ну, что, не хочешь взять? А, подожди, другую дверку отодвинь. Мозг, забирай, забирай мозг. Отлично. Два есть! Я не знаю, сколько их всего, но я, наверное, еще поищу здесь что-то. Каждый раз сюда лететь как-то неохота. Ну-ка посмотрим, что тут у нас еще есть. Слушайте, а в этом магазине... Неужели всем пофиг здесь на меня? Слушайте, тут еще мозг.
А что так просто? Спрашивается, да? Блин, а что мне делать? Лом выкидывать? Блин. Так, ну-ка. Сейчас, подождите. Давайте я кину лом здесь, чтобы он лежал тут, если что. Значит, лом здесь и бинокль тоже здесь. Все, пусть это лежит тут. Возьму 4 мозга сейчас. Ужас. Ужас, что происходит. Но, хоть, знаете, я уже думал, реально ни один не найду. Это было бы совсем плохо. Так, еще один мозг. Морозильники. Забираем. Три мозга. Ага. Слушайте, никто реально... Всем пофиг на меня. Всем реально пофиг на меня. Что я тут брожу, мозги собираю. Так, тоже надо сверху, наверное, да, запрыгнуть. Значит, тут... Да блин, их тут реально много. Вы понимаете, что в каждом морозильнике, судя по всему, есть мозг. Меня еще интересует мясо, реально. Просто мне кажется... У меня же они ничего не отнимут. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не... Прикиньте, а я... Бля, жутко, что пиздец, если честно. Я мясо не могу забрать. А мне кажется, мясо как раз-таки... Ну-ка. Кассир. Здравствуйте, вы тут пробиваете. Это, конечно, все замечательно. Блин. Тут по-любому какая-то загадка с теми зомбаками, которые в начале стоят. Смотрите, я думал, мясо я смогу забрать, но нет. Бля, страшно. Так, они кого-то тут... А, это типа мама, да, получается, как раз, что ли? Вы не трогайте маму мою. Что вы тут делаете? Так, ладно, знаете, у меня есть одно предположение, что, возможно, просто-напросто, где-то находится мясо, тоже в холодильнике. То есть у них я забрать не могу. Мне кажется, это реально разгадка будет к тем зомбакам. Поэтому нужно будет прочекать. Смотрите, реально в каждом морозильнике лежат мозги. Но нам сейчас уже надо отправляться обратно, чтобы 4 сложить, потому что больше не умещается. Блин, неужели это самый простой способ возвращаться обратно? По трубам. Ну, типа, это нифига не просто, если честно. Неужели отсюда больше... А ну-ка, подожди-ка, кстати, смотри-ка, еще здесь трубы есть какие-то. Вы на крышу-то не попадали. Локация большая, и времени на разгадку идет много. Там есть коробки, кстати. О, лестница, смотри-ка. Тут есть лестница. Тут есть лестница, трубы, больше... Ну-ка, сразу все изучим. Тут ничего не работает. Поднимемся наверх. Итак, мы на... Ого! 25. Что-то из того, что мы уже встречали. То есть мы можем, смотрите, отсюда залететь. Ну, давайте пройдемся, а почему бы и нет сразу? Опа! Таким образом мы можем, кстати, выбираться тоже. Ну-ка, сюда попробую. Отлично. Прикольно, блин. Прикольно. И что тут у нас? Еще одна полочка. А, в шкафу что-то лежит, прикинь. А я отсюда не доброшу мозги? Бля, это очень рискованно. Я сейчас опять их проебу. Может, доброшу? Это было бы очень круто. Ах ты ж, черт! Ладно, один мозг лежит где-то там. Надо запомнить. Я думаю, что я его найду. Давайте посмотрим, что у нас там в шкафу-то. Какая-то точно штука лежит. Так, шкафчик. И что в шкафу? Ну давай, удиви меня. О, ты ладно тебе, а! А нам ж как раз он и нужен. Охренеть! Так, окей, все, ладно, это меня радует. Погнали вниз. Берем мозги. Сейчас будем их классно закидывать. Прям как баскетболисты. Отсюда закину, блядь. Надо уже учиться. Да ебаный в рот, пиздец я, конечно, кидаю. Где вот он? Я потерял мозг, по-моему. Пиздец, лучше мне вообще, конечно. Так, ладно, один закинул. Что, серьезно? Серьезно? Я потерял все мозги. Как бы это странно, блядь, не звучало. Так, еще один же должен быть, да, где-то? Я же... А, вот он, тут, если что. Так, ладно, короче, я полез, пофиг. Отлично. Оп. Да, что ты не кидаешь-то? Кинь мозги нормально. Раз, два, три. Четвертый тоже. Давай, бери быстрей. Бля, жуткие какие-то звуки, если честно. Так, ой-ой-ой, их очень много. Смотри-ка, я 5 принес, а стрелка на 3. Офигеть, реально мозгов надо будет собрать довольно-таки много. С этим я пока не могу разобраться, но ладно, подсказка есть какая-то. Что, погнали вентиль вставлять, потому что больше-то вариантов нет. Как бы вентиль плюс мозги, которые в магазине, которые как бы доступны в холодильнике. Просто приходи и забирай. Естественно, они там не все, я уверен, более чем. Это было бы слишком просто. Так, бежим обратно к нашей катапульте. Где тут вход-то? Я уже забыл проход. А, вот он. Да, загадок, конечно, достаточно. И все-таки меня интересует мясо. По-любому им нужно мясо. Я прям вот чувствую, что им для них нужно достать кусок мяса и разогнать их таким образом. Так, полетели, еще раз.
Так, нам нужно вот сюда, вот. Тихо, тихо, тихо. Ну куда ж ты летишь-то, а? Не остановиться даже. Блин, каждый раз сюда, блин, ну зачем? Ну зачем это? Ну зачем такая мощность нужна? Нахрена? Так, опа. Опа. Как хорошо, что здесь нет братика, реально. Вот если бы он тут был, было бы сложнее намного. Так, вентиль. Где тут? Я уже забыл. А, вот сюда. Вот, подожди. Вот сюда. Во. Опа. Опа. Единичку активировал. А единичка у нас там была? Или нет? Что-то я уже забыл. Подождите, единичку где я еще видел? Вот это же единичка. Да-да-да. Она заработала, нет? Да! Отлично! Мы можем теперь попасть в этот дом. Классно. Слушайте, решение прям находится, ну не то что быстренько, но... Да ладно. Неужели? Серьезно, блядь? Еще мощнее надо. Я что, раньше времени обрадовался? Серьезно, я не залетаю туда? Я туда не залетаю. Нужна мощность посильнее. Не-не-не, я не залечу никак. Вообще. Ха! Прикол. Подожди, а там у нас что, смотри. Ну-ка, подожди, подожди, что тут у нас лежит? Нужна мощность сильнее однозначно. А где найти еще единичку? Вопрос хороший. Так, это просто так здесь все? На всякий случай пройдемся. Да, походу, просто так. Опа, нихуя себе, не просто так. Где мой лом? Ха! Хрена себе, я, блин, детектив-сыщик. Погнали за ломом. Магазин подождет. В магазине и так все понятно, что там лежат мозги еще. Так, сейчас мы возьмем лом и попробуем отколупать те штуки и, соответственно, пробраться. Я даже, если честно, не заметил изначально, что там что-то есть. Оказывается, это проход, просто случайно вижу доски. Значит, а, хорошо, зачем туда единичка? В любом случае, где-то активатор еще один должен быть. И я смогу потом залететь, наверное, на второй этаж-то я не пройду вот отсюда. Сейчас посмотрим, в общем, мы еще не знаем, что в этом помещении, которое тут захламлено все. Так, ну-ка, блин, ни хрена не вижу. Ага. Так, и вот те вот надо тоже. Ну давай, давай, ну что ты не... Что, коробка нужна, что ли? Ты что, не допрыгиваешь? Серьезно? Блин, что, серьезно, что ли? Мне нужно что-то поставить? Блин, давай дотянись, я не хочу за коробками бежать, чтобы поставить коробки, чтобы допрыгнуть. Она должна дотянуться. Да блин, не попадаю, подожди, подожди, подожди. А эти... тут объектов никаких нет, да? Ну коробки я видел там были, если что. Блин, надо попасть просто. Блин, не дотягивается, а. Не дотягивается. Сейчас в прыжке, подождите, сейчас, сейчас. О! Есть! Хорошо, хорошо, получилось, отлично, ого-го. Так, ну давай, ты уже проходи по этой доске. Так, опа, телевизор. Фух, жутко, блядь. А как отсюда выбираться-то? Лестница. Да, на второй этаж я не попаду, только через окно. Видите, через это залетать. Большой телек, свечка. Это как бы сосед наш, получается, сидит, грустит, смотрит телек в одиночку теперь. Свечку не взять. С ним никак не взаимодействовать. Так, интересное кино получается. Тут что, больше ничего нет? Неужели это помещение просто так? Я не верю в это. Жутко, конечно, вопросов нет, но... Неужели смысл в этом? В помещении, где сидит картонный мужик и смотрит... У тебя точно тут ничего нет? Нет, у него ничего нет. Подожди, что тут у него? Мозг! У него мозг в... Ну, как это? Он маленький такой, что ли? А он его не берет. Прикинь? Я его не могу взять. Что за фейк? А что меня так обманывают, я не понимаю. Это мозг! Я его нашел! Это не настоящий мозг. А настоящий мозг тут присутствует какой-то? Неужели здесь просто так помещение? Я не могу взять этот мозг. Ой, бля. Может, ему книгу надо было положить, он мне мозг бы отдал бы? Или этот мозг должен вырасти? Может, я должен телек выключить, чтобы у него мозг вырос, типа? Я не знаю, реально. Что, какое решение здесь может быть? Больше, кроме маленького мозга в чашке, я ничего не вижу. Ладно, хорошо. К этому мы вернемся, если что, с легкостью. Проблем никаких в этом нет. А вот что на втором этаже, это пока непонятно. Нам отсюда не видать, да, что там? Что-то там есть, по-любому. Нам нужно как-то увеличить напор вот этого, единички вот этой. Где это сделать, пока непонятно. А, смотри-ка, еще здесь, да, заколочено. Ну, здесь я бы не... Ну, тут с помощью коробок, если только. Так, ладно, ну погнали в магазин. Конечно, обидненько, что кроме магазина я нигде больше мозги-то не нашел. Блин, а как увеличить-то напор единички? Где-то еще кран, короче, надо будет найти, да? А где он может быть? Даже пока не представляю, если честно. Так, тут труба, тут все понятно. Ладно, погнали внутрь.
Че, я кину лом тут тогда, опять же. Пусть у меня он тут лежит. Мои инструменты лежат пусть тут. Так, это у нас заклепочки. Ну что, погнали дальше. Блин, как же мясо найти? Мне кажется, в каком-то из холодильников будет мяско лежать, блядь. Реально. У меня такое ощущение складывается. Ну-ка, дальше вот сюда. Сюда. Куда там? Я даже не знаю. Да пофиг куда. Просто пробираемся и на какой-нибудь... Туда допрыгну. Понял, блядь. Понял. Понял, Санек, как обычно. Санек, как обычно. В углу тут ничего, кстати, не лежит. Просто... Опа. Нет, тут не пройти. Так, ладно. Неужели, блин, только там подниматься каждый раз? Ладно, сейчас надо... Главное потом не запутаться, какие я уже посмотрел, какие нет. Это вопрос хороший. Можно реально запутаться и... Так, опа. Сюда. Сюда. Так, тут я посмотрел. Давайте тут пройдем дальше. Так, сюда. Сюда. Опа. Смотри, лесенка какая-то. Ни хрена себе. Ну зачем так сильно, Санек, блин? Ну ты сейчас тут проведешь кучу времени и ни хрена не найдешь в итоге. Магазин, магазин. Прыгай аккуратненько, называется. Прыгай аккуратненько по стеллажам. Можно тут попробовать пройти. Да, блядь, да что такое, блин? Она такая резкая, блин. Пипец. Девчонка резкая, блин. Хрен поймешь, как тут рассчитать силу. Так, сюда. Хорошо, там я был уже. Там я был. Вот здесь я не... Блядь, я здесь был! Я здесь был, тихо. А нахрена сюда пошел? Здесь вот сюда надо. Так, сюда. 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 Там пусто, кстати. Нет, не пусто. Почему там пусто? Тут везде лежат мозги, судя по всему. Бля, как их достать? Я просто боюсь туда упасть, что я запрыгну так. Потом обратно. Запрыгнул. Хорошо. Так. Угу. Ну, надо максимум собрать. Я думаю, что здесь их, наверное, штук 8 можно найти. Так, тот я прошел. Нашел. Точно. Сейчас опять потом забудусь, блин. Сюда. 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 Опасные прыжки. Так, а там я открыл только что. Куда дальше? По этой штуке надо наверх, что ли? Блин. Ага. Так, прошел. Здесь нет? О, мозг, здравствуй. Здравствуй, мозг. Это я. Блин, ну по-любому. А может, мозг надо принести зомби какой-то? Да нет, это бред, мне кажется. Это реально бредятина уже попахивает. Я уверен, что есть какой-то предмет. Типа вот мясо идеально подходит. Мясо нужно зомби этим принести. И они тогда сразу от меня отстанут и пропустят. Точнее, они ко мне, в принципе, не пристают, но... Типа... Очень вероятно, что это так работает. Так, сюда... Хорошо. Так, смотрим сразу. Я просто, чтобы не пропустить, реально, я могу пропустить. Ага, вон там в углу есть еще. Опа. Опа. Так, хорошо, этот угол мы посмотрели. Сейчас главное не пропустить, реально. Еще последний надо найти. Я думаю, что тут, кстати, еще что-то есть. Ну, типа... Так, вот тот остается, да, у нас еще. Здесь я все пооткрывал? Че, один? 8 мозгов получается, да? Походу, да. Так, ладно, пробираемся. А тут можно как-то более по-другому? Вот, например, сюда. Хорошо, сюда. Сюда. Ага, сюда. Отлично. А, туда. Блин, не попал. Ах! Чуть-чуть не хватило. Так, ладно, ладно, сейчас пройдем. Это последний же, да? Вроде да. Надо, конечно, проверить, убедиться. Да что ж ты это будешь делать-то? Очень сложно, реально. Я не такой ловкий пацанчик, чтобы так вот прям прыгать. Сюда, короче, сюда. 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 Да блин, да что такое-то? Почему он не запрыгивает? Она точнее. Так, оп. Оп. Я спешу, наверное, да, куда-то постоянно, блин. Так, с верхней точки. Тихо, тихо, чуть-чуть не упал. Так. Хорошо. Все, это последний холодильник? Вроде да. Вроде последний. Давайте сейчас попробуем посмотреть. Тот открытый, да? То есть тот смотрели, этот смотрели. Ну, 8, наверное, их должно быть. Блин, ребят, вот честно, буду рад подсказке, если я вдруг невнимательный. Мне кажется, что это все. Этот посмотрел. Да все посмотрел, реально, все посмотрел. Но, блин, мясо не дает покоя мне, реально. Прям мяско не дает покоя. Ладно, хорошо, разберемся. Значит, за сегодня получается 8 мозгов. И тот в одном месте, к сожалению, я нашел. Остается найти теперь, собственно говоря, где у нас... Первый, вот этот вот, под номером один еще штука, вентиль, чтобы его провернуть, и, собственно, мощность была больше, иначе мы просто-напросто не попадем вот там вот, помните, вот это место, да, с окошечком, то есть здесь нужно реально найти вентиль на единичку, чтобы напор был сильнее, и мы залетели на второй этаж, и вот то помещение, конечно, максимально непонятно, плюс загадка остается с
этим, как его, вот с той могилой. Потому что я реально не понимаю, я реально не понимаю, как это работает. Так, ну ладно, давайте отнесем. Я не знаю, где братик. Но честно, он здесь не особо прям представляет какую-то опасность. Ну, потому что в основном мы бродим где-то в других местах. Так, все, 8 мозгов мы сегодня нашли. И стрелка всего лишь на 5 часов. Ребят, ну что, я думаю, что на этом будем заканчивать сегодняшнюю серию. Ну, маленькие, опять же, без спойлеров, подсказочки, наверное, мне все-таки нужны. Вот, опять же, про кладбище. Вентиль на единичку мы, конечно, еще поищем. Но вроде я так поизучал, довольно уже большое количество мест мы прошли. Надо будет думать. Надо будет еще попробовать с того, помните, там был вот на этом здании, которое за спиной вот здесь вот. Вот это вот, вот то вот здание. Там есть еще, помните, один, вот он, вот этот вот вентиль, который открыт, и куда-то он меня запульнет. Только куда, непонятно. Зачем мне? Это просто, наверное, для возвращения сюда быстрого. Так-то больше, я даже не знаю. Там мы все прошли. Вроде все посмотрели. В общем, друзья, будем думать. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.